Шани, Дора es una bestia. Да, Дора бессовестное существо. Да. Бессовестная. К тому же она ошиблась насчет СПИДа, но в другом она права. В чем? В том, что я болен. Я не знаю, что со мной, Палома. Но думаю, что это серьезно. Очень серьезно. У этого цыгана. Это невыносимо. Я не могу больше дожидаться результатов анализов Руди. Я так беспокоюсь. Я тебя понимаю, Эвелин. На твоем месте я чувствовала бы то же самое. Нам надо много молиться. Эвелия, не надо так. Нужно думать о лучшем. Все будет хорошо. Вы все так добры, но я больше не могу. Не могу. Бабушка, пусть она побудет одна. Мы все равно ничего не можем сделать. К тому же я не знаю, что ей сказать. Я тоже очень боюсь за Руди. Все так несправедливо. Такой молодой и хороший мальчик не должен был заболеть. Доброе утро, бабушка. Доброе утро. Палома, мне нужен твой документ. Зачем? Ведь ты будешь свидетельницей на моей свадьбе. Мне надо. Я приказала Овидио вышвырнуть ее вон. Я никому не позволю указывать мне, что делать. Никому. Даже тебе. А я чем же не угодил? Ничем, просто предупреждаю. Посмотрите на них. Нельзя оставить ни на минуту. Мы просто пьем кофе. Вот и все. С этого все и начинается, Норма. Чашка кофе, другая, поцелуй, а потом по дому бегает куча детей. Из-за кофе? Конечно. Почему ты думаешь, в Бразилии столько народу? Добрый вечер. Привет. Привет. Видели Палому? Нет, не видели. Что-нибудь еще? Да, какао с печеньем. Сеньор Хулиан, это вас. Некая Клаудия Шифер. Кто? Я тебе говорила, твой жених познакомился с ней в Испании. Дора, пожалуйста, у нас чисто деловые отношения. Мы просто друзья. Слушаю. Я знала, что ты там. Ты закрыл меня. Сейчас же возвращайся и открой дверь. Слышишь? Да, да, я понимаю. Не беспокойся. Завтра же вышлю контракт. До завтра я ничего не могу сделать. Успокойся. До завтра. Спокойной ночи. Забыл передать привет Дэвиду. Какому Дэвиду? Палома еще не пришла. Она разве не ночевала? В спальне ее нет. Я ничего о ней не знаю. Я думала, она завтракает здесь с вами. И я так боюсь за нее. Ну, что может с ней случиться? Не знаю, Вилли. Надо вызвать полицию. Не надо, Палома отлично спала и скоро придет. Она звонила? Нет, это экстрасенсорные перцепции. Что ты сказала? Чтение мыслей на расстоянии. Понятно. А мне ничего не понятно. Я... Любовь моя. Любовь моя. Любовь моя. Я повторила это 3 раза, как ты этого хотела. Ведь правда хотела? Ты увидишь, когда родится наш сын. Ты увидишь, как мы будем счастливы втроем. Я сделаю вас вечно молодой. Да, давай, прямо сейчас. Нет. Прямо сейчас я не могу. Почему? Полы не надо побольше собрать. Нет, Стива, это невозможно. Почему ты все время говоришь нет? Почему я должен врать тебе? Что мне это дает, свинка? Я не знаю.
Подумай, разве я был бы так настойчив, если бы знал, что этот ребенок не мой? Я точно знаю, что ты меня никогда не обманывала. Ведь ты любишь меня. Вспомни, пожалуйста, все. Вспомни, что мы пережили. И ты мне не простишь, если я уйду. Я не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить. Только позволь быть рядом с тобой. Я сейчас думаю о... О чем? Я решила перевести Митру сюда, ко мне. Я думал, ты скажешь о другом. О чем? О раскаянии. Хотя, в чем тебе раскаиваться? Ты ведь не делала ошибок. Я думал, ты скажешь, что все в прошлом и что хочешь выйти за меня замуж. Но нет. Свинка. Оставь ее раз и навсегда. Ты что, слепой? Она же не любит тебя. Не любит. Запомни это. Не любит. Это не твое дело, сопляк. Уйди с дороги. Ты можешь меня убить. Но это ничего не изменит. Палома — это не Сивинка, Стева. Сивинка умерла. А Палома тебя не любит. Ты плачешь? Нет. Да что с тобой? У меня нет никаких сомнений. Стива, отец моего ребенка. Можно войти? Раз уж вошел, зачем спрашиваешь? Что тебе нужно, Руди? Поговорить с тобой. Это возможно? Да. Ну, пойдем вниз, я хочу кофе. Молока. Нет, я хочу кофе. Ты будешь пить молоко, ведь ты носишь маленького, ему нужны витамины, он растет. Да, я согласен с Мими. Диего, надо много витаминов, чтобы стать футболистом. Кто это Диего? Марадонна, Мими. Марадонна. Марадонна? Так он отец? Но разве ты не говорила, что отец это цыган? Палома, извини, эта женщина, когда была цыганкой, наверное, здорово ударилась головой. Палома, кто же отец ребенка? Мими. Просить про любовь. Поберечь себя? Да, себя и сына. Я долго думал и решил принять предложение отца работать с ним в издательстве. Так я смогу заработать денег и помогать тебе и твоему ребенку. Раз уж мне не суждено быть отцом этого ребенка, то позволь мне хоть быть его крестным. Позволь мне это, Палома. Да. Конечно, Руди. У моего сына будет самый лучший крестный в мире.